Всем привет, всем здравствуйте! Вы снова с Ириной Якут в Америке. И вы на моем канале, где я делаю обзор сумочек. И любую из этих сумочек вы можете купить, написав мне в WhatsApp. Свой WhatsApp я пишу под каждым роликом. Сегодня я хочу показать вам Патришу Нэш из натуральной кожи. Очень приятная на ощупь. Меня вообще вдохновила вот эта сумка. Она настолько интересная, что я решила сделать на нее обзор. Ее размеры 20 на 23 и на 7 сантиметров. Ну, я вот здесь померила. Ну, вообще, вот тут вот она бумагой напихана, что можно ее рассмотреть. Чем она меня привлекла? С этой стороны у нее вот такой вот карман. По цене, кстати, 228, по-моему. Эта сумочка без скидки. Уж не знаю, доживет ли она когда-то до скидки. Вот такой у нее здесь откидной отдел. Здесь есть кармашек на замочке. Здесь есть отдел. Здесь можно под права использовать. Здесь кошелечек для мелочи. Здесь для держатель карт. Очень много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь большой кармашек. Тоже для чего-то можно как бы использовать. И здесь еще один кармашек. Застегивается она на замочке. Фурнитура у нее серебряная. Замочки очень мягенькие. Они вот с этой Патришечкиной опознавательным знаком, вот с этим вот листочком, листик удачи. И здесь у нее кнопочка. Она и на магнитике, и кнопочка. Это с одной стороны она так смотрится. Ремешочек у нее довольно-таки узкий, но он регулируется. То есть вот его можно увеличить на 2. Вернее, уменьшить на 2 и увеличить тоже так на 2. Вот, в общем, он сейчас на средний. Ну, на мой высокий рост, на 1,70 м, довольно-таки она длинная. То есть можно уменьшить. Вторая сторона этой сумочки. Я не могу от нее отцепиться, потому что она очень приятная. Вот такой вот классный ремешок. Ой, замок. Так, здесь у нее отдел. Здесь отдел. Пыльничек у нее есть, но это у всех Патришек есть. Здесь отдел под замочком, и там лейблочка кожаная пришита. Все, никаких дополнительных кармашков здесь нет уже. Ну, как бы и достаточно уже кармашков. Вот такая эта красавица. Она, конечно, не дешевая, но для ее оригинальности, как бы, вот это у них первый, у Патриши Нэш, ну, как бы, новая модель вот эта. Потому что в других цветах, в других комбинациях вот с этим замочком еще сумочек нет. К этой Патриши Нэш можно рассмотреть как варианты. Вот такой есть карт-холдер. Сейчас посмотрю, что он по цене. $44. Это все без скидки. Может быть, когда-то это на скидочке и появится. Я просто вам хочу показать, что у них есть из новой коллекции. Вот такой вот кошелечек для ключей. Как бы он и для ключей можно использовать, и как кошелечек. Эти кошелечки с кармашками для карт. С одной стороны. И с другой тоже. Вот можно там карточки вставлять, и в серединке довольно-таки приятное пространство. Плотное, то есть вот так его можно набивать. По цене $38. Вот такой большой кошелечек. Здесь у него два отдела. Отделы для карт. Здесь отделы для карт. Здесь, ну вот она вся замшевая. Патриша Нэш вся внутри замшевая. Здесь отдел под замочком. Цена
цена $119. Вот такой вот это кошелечек. Вот такой кошелек из этой же коллекции. $109. Ну вот, без слов, в принципе, все понятно, где здесь есть отделы. Здесь для карт, и с этой стороны. Здесь купюра поместится приблизительно вот такой размер у купюры будет. То есть она вполне там свободно поместится, и здесь их два отдела. Есть перегородочка. И с этой стороны отдел под мелочь. Вот такой довольно-таки крупный. Из этой коллекции еще также есть зонтик. Зонтики у них полуавтоматические. По-моему, тоже 39 стоит. Не помню. 38. И есть шарфик. Есть еще очечник. Есть еще, по-моему, держатель для телефона. По-моему, для карт. Есть такой пластиковый очечник, выглядит вот так. Можно такой шикарный сделать набор на зиму, просто очень веселый. В таком цвете также есть сумочки, но мы их как-то рассматривали. Сейчас я вам просто общий вид покажу, не буду рассматривать их внутри. 249 вот эта сумочка стоит, это такая же. Вот такой цвет. Если кого-то что-то интересует, 229 вот эта сумочка стоит. Можете мне писать, это вот с мягкими такими ручками, какую конкретно сумку вы хотите рассмотреть, и я буду вам показывать. Вот тоже кроссбоди. Интересная. Ну, как бы на сегодня, видимо, все по Patrice Nash, что я хотела вам сказать. Но заказы принимаются на любую сумочку. Я готова сделать вам обзор. Это здесь немного из новой коллекции. Какую-то мне еще попросили сумочку показать. Сейчас попробую. Есть всякие вот эти интересные очень сумки. Вот это кроссбоди. Их тоже можно рассмотреть поближе. Не вижу я мужских здесь сумочек. Единственное, что можно как мужские использовать вот эти портфельчики. $179. Вот, а так я, в общем-то, и не вижу мужских сумочек. Есть всякие вот такие сумки, зимний вариант. Это натуральный мех. Нужно посмотреть, кто это. Какой-то олень, наверное. $189. Такая сумочка стоит. Вот это мужской портфель. 200 с чем-то он стоит. На скидочке его пока нет. Вот такую сумку, по-моему, просили мне посмотреть. 269 она стоит. Длинные у нее ручки, регулируются они. Одной общей длинной ручки нет, но вы эти можете сделать довольно-таки, отрегулировать либо полудлинными, либо совсем короткими. Один общий отдел, там большой карман под замком, здесь карманы на резиночках под мелочь, да, и все остальное общий отдел. Такие есть косметички, это тоже из новой коллекции у них. Вот так вот она смотрится.
Якутию. Когда я поеду в Якутию, я возьму с собой такую сумочку. А может быть, не возьму. Не знаю, сначала спрошу. Вдруг будет смешно это смотреться, я никогда там не была. Так, в таком цвете тоже есть. И косметички. Вот здесь я вам показывала. Вот они такие есть, косметички. С одной стороны они кожаные, с другой такие смешные. Это тоже все Patricia Nash. Ну и здесь витрина со скидками, но об этом отдельно в другом видео. Немного добавлю в обзор по Patricia Nash. Вот эти сумочки, я тоже считаю, что это мужские. Хотя ремешки у них не очень длинные. Но вот это коричневая, видите, это кожа теленка, которая вот она оставляет царапки. Вот она просто здесь используется, просто как экспонат. Yes, thank you very much. А вот это вот точно такая же, но только в черном исполнении. И она уже поаккуратнее смотрится, у нее нет таких царапинок. Цена у них 169. Но это вот просто к вопросу о том, что что-то мужского вы хотите. Ну, как-то вот так. Ремешок здесь, да, можно менять. Вот здесь новый ремешок показано, можно прикрепить. И меня-то попросила девочка сделать обзор вот на такую сумочку. Но только там она была с мехом. Вот. А в этом магазине такой сумочки нет. Есть еще вот такая в черном цвете, но она мягкая. У них карман с этой стороны. Карман с этой стороны. И внутри, ну, Patricia Nash, она всегда очень функциональная. Так. Много всяких отделов с этой стороны у нее. Вот. Вот эту небольшую добавочку сделаю туда. Это то, что есть из другого магазина на у Patricia Nash. Эти все сумки без скидок. Я знаю, что многие любят этот стиль. Вот он без скидок есть. Ну, может, когда-то будет со скидками. И также здесь есть вот эти портфели. Я там, по-моему, назвала вам цену 200 с чем-то. Сейчас могу поподробнее посмотреть. Вот 249 на этот мужской портфель. И из нового стиля также вот это у Patricia Nash. Причем это кожа, а вот это вышивка прям на коже. Кожа такая не нубук, даже не знаю, ну натуральная кожа, просто она не глянцевая. Вот те у них выработка такая глянцевая, а это, не знаю, как будто вот немножко тканевая, но очень приятненькая. И из нового стиля вот такой желтенький цвет.